это подарок на открытие телеканала 24. Каждый день во время работы сотрудники телеканала получают подарки. Телезрители подготовили их своими руками специально к 3-летию «Саратов-24». Даниил Барабанов – воспитанник Центра инновационного творчества. Именно там сделал уникальную подделку и передал ее в руки ведущему прогноза погоды Александру Новохадскому прямо в студии. Участвовать в конкурсе юному инженеру посоветовали родители. Мама услышала по радио рекламу, что «Саратов-24» проводит конкурс подарков. И так как я занимаюсь этой деятельностью, у меня было две идеи – сделать большой логотип или сделать герб «Саратов-24». В редакцию телеканала несут не только поделки. Саратовцы присылают видео поздравления, записывают песни и пишут стихи. В конкурсе принимают участие уже более 70 оригинальных поздравлений. В адрес нашего телеканала продолжают поступать поздравления с 3-летием. И одно из стихотворений я вам сейчас хочу зачитать. Его прислала семья Юрчик. Кнопка 21 на пульте – это мой любимый канал. Знаю, здесь интересно будет, никогда ему не изменял. Ведущие очень приятные, улыбка у них шире плеч. Сильные, элегантные, какая красивая речь. Без подарков зрители тоже не останутся. Главный – возможность стать обладателем телевизора Samsung с диагональю 40 дюймов. Телеканал «Саратов-24» приготовил и поощрительные призы – мультиварку, кухонный комбайн и видеорегистратор. Их получат авторы самых оригинальных работ. Строгая, компетентная, очень ответственная жюри, которая 30 мая соберет все вместе дарения, которые наши телезрители нам принесли, все их оценим, разрабатываем уже целую систему оценки, ну и выберем самых достойных. О конкурсе ведущие телеканала рассказывают уже несколько месяцев. Не только с экранов телевизоров, используют и другие ресурсы Кит-медиа-холдинга. Информацию о розыгрыше можно узнать на 7 радиостанциях, на сайтах «Саратов-24» и «Сароблньюз», в газете «Провинциальный телеграф». В мае по всему городу появились еще и яркие билборды. Кто не любит получать подарки, особенно когда праздник не у тебя, а подарки все равно получаешь ты. «Саратов-24» делает это постоянно. В честь своего 3-летия мы готовы делиться не только хорошими новостями, но и душевными призами. Единственное условие – поздравить телеканал с 3-летием до 30 мая. А уже на следующий день можно будет услышать свое имя и фамилию в прямом эфире главного телеканала региона во всех кабельных сетях. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, «Саратов-24».